На том краю поля многоквартирные дома ЖК «Восточная Европа», он же микрорайон «Восточный». На этом водозаборный узел, который должен обеспечивать жителей качественной питьевой водой. Должен, но не обеспечивает. И это одна из самых больных и многолетних проблем Восточной Европы. Практически с начала постройки жилого комплекса жители ждали ее решения. Осенью прошлого года к вопросу подключился глава округа Андрей Булгаков. Первым шагом стала договоренность с застройщиком, он же собственник, о передаче в муниципальную собственность всего коммунального хозяйства, находившегося в плачевном состоянии. Сети водоснабжения на обслуживание принял межрайонный Щелковский водоканал. Мы же за месяц оформили все сети, правильно? Взяли их у застройщика, как я и обещал, значит, и забрали в муниципалитет. Вот теперь водоканал, ну, в принципе, даже собственные средства текущие, да, может использовать свои деньги. И плюс мы выделяем из бюджета, муниципального бюджета, 35 миллионов рублей. Это благодаря субсидии, которые перевели в бюджет по просьбе губернатора. То есть, чтобы решить этот вопрос. Это важно очень. Требуется пробурить новую скважину, требуется отремонтировать насосную группу и помыть резервуары, помыть сети. То есть довести до нормального санпиновского состояния водозаборный узел, охранные зоны восстановить и тому подобное. Технология, по которой построены старые скважины, не справляется с качеством поднимаемой воды. Был заключен договор на бурение новый. Андрей Булгаков дал старт началу масштабных работ. По программе водоканала будет одна, и она будет сейчас прокачана, значит, включена в технологию. Сама технология будет немножко изменена, добавлены там фильтры, аэрационные колонны и так далее. Вот. И задача в короткие сроки привести в нормативный вид воду. В течение месяца мы планируем подать уже воду из новой скважины. Глубина новой скважины планируется порядка 40 метров. Но если не устроит качество воды, то пробурить можно и до 160 метров, пока не увидим чистую воду, говорят специалисты водоканала. И это только первый этап работ. В дальнейшем пробурят еще две скважины, будет реконструирован водозаборный узел, а также очистные сооружения и сети. На это тоже выделяются значительные средства – порядка 80 миллионов рублей. В ходе встречи главы округа с жителями ЖК «Восточная Европа» обсудили и другие вопросы жизнедеятельности этого обособленного микрорайона. Это работа управляющих компаний, обустройство подъездной дороги, транспортное сообщение и другие. Жители поблагодарили администрацию за внимание к их проблемам. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.